Сейчас мы приехали до Дениса с хорошей весточкой. Сейчас мы передадим денежку от замечательной женщины. Алина Бабагали из Рыбинска передает вам 20 тысяч рублей. Спасибо. Держите, покажите сразу так это. Спасибо вам большое. Это нам на лечение. Вот на все. Не волнуйтесь, ничего. Она, люди беспокоятся о вашей судьбе. И они знают, что вы нуждаетесь во многом. Недавно Денису сделали операцию. Денис, да, ты мужественно выдержал все. Не волнуйся. Когда мы с тобой познакомились, я сказал, что я не забуду тебя. Значит, не забуду. Будет все хорошо у тебя. Спасибо людям, которые нам помогают. Большое вам спасибо. И вам большое спасибо, которые есть волонтеры, которые помогают таким больным. Спасибо вам. Как вы просили назвать, баба Галя из Рыбинска. Она так и просила. Да, это хорошая женщина. Она знает о судьбе жителей Донбасса и помогает вот очень часто сейчас. И беспокоится за таких, как вы. Приглашала вас в гости. Ничего себе. Спасибо. Будем стараться приехать в Рыбинск. Большое вам спасибо, баба Галя, за помощь. Я вам очень благодарен.